Говорят, человек богат не деньгами, а друзьями. Но нам повезло вдвойне. Мы богаты таким другом, который нам помогает и духовно, и материально. Слово представителю казахской национальной автономии Роману Станиславовичу. Еще раз бурные аплодисменты. Рамадан, мира мы болсын, начинается месяц Рамадан, и уже хорошо, что сегодня и совпадает множество праздников, вот в частности у нас и Мин Мустафич, у нас и юбиляр, вот, и открытие такого творческого объединения, как Уралконцерт. Мне кажется, знаете, сейчас вот такое, последние годы, наверное, все видят, что ну, достаточно какие-то бывают мутные такие времена, вот, и сейчас вот когда в эпоху, может быть, вот, невнимания к культуре, вот такие люди, как Альфия Агеева, которые являются инициаторами создания таких потрясающих проектов, как вот Уралконцерт. Вот, это, конечно, мне напоминает, знаете, вот как посреди реки встал такой камень, вот, и вокруг этого камня вот, мутные эти потоки мимо просто бегут, а камень вот он встал и дает вот силу людям, они на него могут опереться и любоваться миром. А мы любуемся культурой многих народов. Вчера был федеральный конгресс киргизов, здесь тоже в стенах Дома национальности федеральный конгресс, это все киргизы России собрались здесь. И они тоже крайне заинтересовались таким проектом, как Уралконцерт. Они говорят, мы тоже, у нас много киргизов с Урала, мы тоже хотим участвовать. И здесь я вижу сейчас представителей и турецкой диаспоры, и тувинцев, и, ну, естественно, казахи, башкиры, которые явились инициаторами проекта. Вот. И это радует, потому что дружба народов, мы дружба народа сильны. А такие люди, как Альфия, они вот, делают все для того, чтобы эту дружбу вот, на какой-то новый уровень поднять. И самое главное, что она стала вот таким неким флагом, вокруг которого сплачиваются ее соратники из разных народов. И это очень радует. И я счастлив, что я знаком с таким человеком вот, и с другими ее соратниками, соратницами. Да? То есть, вот, всех поздравляю с праздником. Вот, очень приятно. Я думаю, что мы будем продолжать такие проекты, где объединятся у нас и калмыки, и казахи, и башкиры, и киргизы. И мы будем очень рады видеть такие проекты. Спасибо. Я хотел еще несколько слов сказать. Вот здесь присутствует у нас другой вице-президент казахской национальной автономии. Серик Тайгамбаев, он профессор, хотелось дать ему слово, вот он на казахском языке несколько слов скажет в преддверии вот нашего такого объединения. Серик Тайгамбаев у нас профессор Государственного аграрного университета Тимирязева, академик Академии экологической безопасности, член Союза писателей, Союза журналистов, вот ему слово. Біріншіден, бәрдеріңізге ассаламу алейкем дейм. Башкир ағалар, осында келген барлық жолдастар. Ну, чтоб всем понятно было всех, и вот приветствовать, рад приветствовать в этом зале. И вот больше, теплее или крепче, как сказал Роман Станиславович, я, наверное, больше не скажу, меня абсолютно, не только меня, а всю нашу диаспору радует, когда проходят такие вот вечера. Это представитель вашего башкирского представительства в Москве, да, сотрудник тут говорил, что много к нему приходят люди, которые с инициативами там провести то, провести это. Абсолютно прав. Я согласен с ним, что инициатива должна идти от нас, от общества, как одна из форм самоорганизации, наверное. Но поддержка, административные ресурсы и материальная поддержка, без этого любая организация, она какие бы начала, какие бы цели не ставила, как правило, далеко не уходит. Я пожелаю, чтобы вот этот Уралконцерт был поддержан и нашими административными ресурсами, и башкирскими, и калмыцкими, и всеми остальными. И чтобы она уже
в следующие года увеличивала свой контингент, и залы расширялись только. Всех, и себя в том числе, поздравляю с началом такого праздника, межнационального праздника. Спасибо. Ержан Нургалиев, «Золотой голос Евразии», Республика Казахстан. Талдан таяк жаспала, сыңғырлаған шөлдегі жалғыз бұлақтай, қаласың
Спасибо. Ну, еще одна песня специально для вас. «Синяя вечность». Я всем желаю море любви. Море вернулось, говором чая, песней прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди вместе. Вместе с собой.